Очень сложный момент, когда коллектив показывает свои новые песни, но это всегда же, а можно что-нибудь из старенького? Это вот всегда проблематично, а сейчас вроде бы как бы все слушали, все внимательно слушали. Может быть, благодаря тому, что на планете уже было приложение цифровое, которое дало возможность многим послушать песни новые заранее, до концерта, то есть подготовиться. И все услышали, мы услышали тиши, а в нем тоска и боль моей души. В нем радость и печаль, в нем жизнь моя и смерть, и лишь тебя одной. Потрясающий диск, его нужно обязательно приобрести. Позитивная музыка и проект Планета.ру, мне кажется, будет абсолютный успех. Классные голоса, классный битбокс и вообще просто позитивные эмоции. Positive vibration. Я как эксперт по звуку могу сказать, что звучали они неплохо. В общем, все хорошо, я доволен. Не знаю, как остальные, но главное, я доволен. Темно ночь, да ноченька, ой, да не спится. Здорово, когда присутствуешь при том, как у близких друзей рождается новый альбом. Как они говорят, мама, как они раздевают броски. Бабочки однодневки, такие ангелы полукровки. Кожа сладкие сливки вдоль каждой шеи татуировки. Пузырьки поднимаются вдоль загривка, как газировка. Это так же волнительно, по-моему, как дети, когда рождаются, потому что так же ответственно и много работы производится для этого. Поэтому радуюсь ужасно, красавцы. Я не совершенство, нет, не оправдание. Доктор, дайте средства, облегчить страдания. Очень многие участвовали в финансировании этой пластинки, то есть они нам помогали финансово записать ее. Поскольку все-таки процесс записи вещи дорогостоящие, я надеюсь, что вы оцените качество данной пластинки, потому что там действительно мы ею гордимся. Те, кто принимал участие в пластинке на портале «Планета», вам двойные аплодисменты. Сергей Краснополов, вас Эд, Кипятков Роман, Лена Эл, Виктория Хамовская, Анастасия Алексеева. Не забываем, великолепно. Обязательно приду еще раз. Полный восторг. Чего? Анна Маркина, Алиса Куликова, Алена Егорова, Алексей Крапивин. Никогда не хочется останавливаться на достигнутом. Но точно знаем то, что следующий альбом будет состоять из авторских английских вещей, потому что мы давно хотели. Мы решили следующий англоязычный альбом в самом ближайшем будущем тоже записывать совместно со всеми акционерами планеты. Удачи Джукбоксу и Планете.ру. Good luck. Удачи Джукбокс и Планета.ру. Всего самого лучшего. Настя Брюлева, Татьяна, Алена Рос. Приземляйтесь на Планета.ру, мы уже там. Приходите еще. Желаю удачи, Джукбокс, Джукбокс Рио. Пора оператору бежать за бутылкой. Она уже со мной. Все, класс. Тогда молодец. Отличный альбом. Классно.